Всем привет! Сегодня небольшое видео про мои новогодние украшения. Ну, а точнее, про то, как я наряжаю две свои елки. У меня вот есть такая маленькая елка и есть большая. И надеюсь, что будет еще третья елка, но про это я скажу попозже. Я вообще очень не люблю зиму, холод и снег и все вот это. И поэтому Новый год — это единственное, что вообще меня радует в эти месяцы долгие. Я поэтому украшаю несколько елок, навешиваю все эти гирлянды, и это как-то меня немножко радует. Вот эта маленькая елочка у меня стоит на кухне просто на столе. На ней намотана уже гирлянда, я ее не снимаю. И вот навешиваю на нее такие серебристые украшения. Я вообще хотела здесь гирлянду с теплым светом, но не было в наличии, когда я покупала. Поэтому пришлось купить с холодным, ну и она так и висит пока на этой елке. Но все равно, мне кажется, смотрится неплохо в целом. Эта гирлянда у меня висит круглый год, но включаю только зимой в основном. В этих коробках у меня украшения для большой елки. Они все из пластика, я не люблю стекло, потому что оно бьется, его надо как-то аккуратно хранить. В общем, это все сложно для меня, поэтому у меня все из пластика, я как-то не парюсь по этому поводу. И не испытываю вот этих вот теплых чувств к этим ламповым игрушкам. Не знаю почему, может быть, я еще недостаточно старая для этого. Ну, либо просто я такой человек, что меня пластик вполне устраивает. Вот такая вот у меня елка, она искусственная, уже несколько лет назад куплена. В целом она меня пока устраивает, и выглядит она довольно прилично. В целом похожа даже на елку. Сначала я вешаю гирлянду на елку, а потом начинаю уже вешать шарики. Ну и еще вот сверху ставлю эту верхушку. Она у меня не светится, а я хочу как-нибудь купить все-таки светящуюся, потому что она должна светиться, на мой взгляд. Но пока не нашла подходящую. Шарики у меня все в основном серебристые, зеленые и голубые, такие оттенки, потому что они подходят под мой интерьер. Но вообще я бы хотела красно-зелено-золотые украшения на елке, но пока у меня такого не будет, потому что нужно для этого тогда обои переклеить. Но пока у меня такая елка, я тоже ей очень довольна, как она получается в итоге. Вот так она светится, уже полностью украшенная. Меня радует этот результат. А это, кстати, звездочка, которую я недавно украшала марками, вот решила тоже ее повесить на елку. Как раз она мне здесь по цветам более-менее подходит. А вторую звездочку я хочу повесить на другую елку, если мы все-таки съездим в лесничество и там возьмем елку, которую можно срубить бесплатно. Там можно рубить елки в местах, где их все равно срубят. Так что вот, может быть, ближе к Новому году съездим в лес и привезем оттуда елку. Ну, посмотрим. И вот я, кстати, ставлю сюда свою коробку с адвентами. Буду теперь из-под елки доставать свои подарки. Это намного лучше, чем когда она стоит непонятно где. Я думаю, что елка у меня точно простоит до середины января. Думаю, что даже до конца января обычно так. Ну и если у меня все-таки будет еще какая-нибудь живая елка из леса, то тогда посмотрим, какая простоит дольше. Это даже интересно, у меня очень давно не было живой елки. Ну, а если с живой елкой не получится, то хотя бы хочу ветки еловые для аромата. Вот такая у меня еще висит гирлянда, кстати, на окне. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!